основной съемочный процесс нашего фильма, как и сегодняшняя смена, окончены. Всем спасибо. «Вахтовый метод» — это смешно, ироничный фильм в духе хорошей комедийной драмы. Главный герой — вахтовик Анатолий, который вот-вот должен стать папой, но, испугавшись грядущего отцовства, решает сбежать на вахту. По дороге в Когалым он встречает беспризорника Колю, который помогает в итоге Толе принять ситуацию и понять, что быть отцом не так уж и страшно. Это кино без возрастных ограничений, но с глубоким смыслом. Хотя для Тюмени сам факт съемок этой полнометражной картины уже глубоко символичен. У нас есть интересные уже компетенции и опыт наших и отдельных творческих личностей и наших творческих команд по участию в крупных кинематографических проектах. Кто музыку пишет, тот фильм «Огонь» смотрели, да? Музыкальное сопровождение наше. Кто-то занимается компьютерной графикой. В общем, уже набираются компетенции, которые позволяют нам сделать следующий шаг. «Вахтовый метод» и стал этим следующим шагом. Уникальность проекта в том, что это первая полнометражная лента, снятая в Тюмени и фактически тюменцами, ведь команда на 72% наша, во главе с режиссером. Для Алексея Южакова это дебют в большом метре, но дебют, который уже сейчас даже звездные московские коллеги считают более чем удачным. Ну, во-первых, я снимаю шляпу перед ребятами. Перед всеми ребятами в группе, талантливые. Ребятам из Москвы некоторым даже надо поучиться. Я счастлива, что и говорить. Я всегда уже имею право выбирать киноработы. И здесь я сказал «да» сразу. Бюджетных денег в этой киноработе ни копейки. Он снимался на средства гранта Министерства культуры, это 25 миллионов рублей, и на пожертвования спонсоров. Региональное правительство помогало только с организацией съемок в некоторых локациях, ну и вот с этой сценой. Никто не ходит на сцене рядом. Ну и предвосхищая комментарии относительно вот этой последней сцены, что негоже где должностным лицам в фильмах сниматься, отмечу, что тут снимается, по сути, только лицо в виде портрета, а не собственной персоной. То есть от губернаторских дел ради участия в киносъемках никто не отвлекался. И потом, это ведь логично, фильм снимается в Тюмени, глава региона тюменский, причем коренной тюменец, к тому же четырежды отец.